Приветствую вас. Ну что ж, сегодня у нас второе видео по проекту Origin Foundation. Сегодня мы более детально поговорим о их I.O., вообще разберем по срокам, по ценам, стоит ли участвовать, не стоит ли участвовать, ну и так далее. Также рассмотрим, где будет проводиться. Ну что ж, давайте перейдем на сайт проекта и посмотрим все более детально. Ну что ж, вот мы и на сайте. Здесь можно у нас приобрести токены и на сайте. Да, здесь необходимо зарегистрироваться, то есть отправить свое имя, фамилию, e-mail, почту, кошелек и загрузить также свой паспорт. Либо вы можете сделать это на Dobitrade. Да, здесь как раз таки у нас имеется и все данные, когда у нас что будет проходить, то есть запустить мероприятие с 18 июня с 10 до 28 июня до 24:00. То есть проходить она у нас будет, получается, 10 дней. Приобрести можно будет за биткоин, за эфир, либо за доллары. То есть не так уж и мало дней, да, то есть получается целых 10 дней будет проходить. Я думаю, что закончится это все гораздо быстрее, буквально там, может быть, один день это займет. Общая сумма токенов у нас 3 миллиарда получается, ну а для продажи они выделили тоже не так много от общей суммы, то есть это 900 миллионов, и я думаю, что продадут они все это в ближайший день. А что касается вообще по проекту, да, я бы хотел еще посмотреть, что у нас в ближайшем будущем они планируют. Ну, в марте у них были также приватные продажи. К сожалению, сколько они продали, это нам неизвестно. Ну и также в третьем квартале у них уже начнется тест ихнего приложения, да, и на ихнем блокчейне, и как раз таки первый макет это будет у нас в Гонконге, Сингапуре, уже тесты пойдут. Далее идет QR-код тестинг, да, это в начале 2020 года как раз таки уже будут тестировать они свою продукцию, ну, то есть QR-кодом помечать, да, и проверять, как это все работает. Ну и во втором квартале уже будет как раз таки официальный запуск. И я думаю, что не так уж и долго, да? То есть получается год им понадобится для всего, чтобы запустить и все сделать. Далее они едут на различные конференции, да, представляют свой продукт. Как мы видим, это Австралия, Новая Зеландия, также в Америку, ну, и так далее. Будут показывать, то есть свой проект и рекламить его. Вот такие вот новости. Проект достаточно уникальный, идея уникальная, таких идей на блокчейне нет, поэтому я и советую обратить внимание. Плюс то, что они проводят на Dobitrade, биржа имеет очень хорошие показатели, да, на CoinMarketCap, они на втором месте находятся по обороту, поэтому я думаю, что собрать средства для них не составит труда. Но для начала все же ознакомьтесь с проектом более детально. В описании к видео я оставлю ссылочки на их сайт, прочтите обязательно их white paper, чтобы понять суть всего проекта и уже принимать решение, стоит инвестировать в него или нет. Ну что ж, на этом я завершаю свой обзор. Всем спасибо за внимание. Не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. Всем пока!